Валерий Начвинов стал новым руководителем самообороны Одессы. Место заместителя занял Максим Ищук. На сборах за Начвинова проголосовали 2/3 организации. Главными целями своей деятельности самооборона называет борьбу с коррупцией, волонтерскую помощь и подготовку резервной армии. Также продолжатся поездки в АТО для укрепления позиций вооруженных сил Украины. Новый глава организации отметил, что изменения не являются расколом. Пищей для этих сборов послужил определенный кризис. И для того, чтобы избежать спекуляций на тему, что там в самообороне Одессы очередной раскол. И мы надеемся, что громада оценит наши действия по сравнению с действиями предыдущего руководства, да, и предыдущих медийных лиц.